Что тут у вас? Какой славный мышонок. И вновь на нашей плите 23:42. Хотел бы я сказать, но, к сожалению, уже 0:23. А это значит, что, во-первых, мы опаздываем, то есть выбиваемся из графика. А во-вторых, друзья, пора спать. Желаю вам добрых сновидений. Отдыхайте, сегодня вы мне уже ничем не поможете. Пора приниматься за дело. И помогут мне в этом сегодня мастера всех мыслимых и немыслимых единоборств в формате видео. В нашем уже любимом формате видеоконференции засыпает город и просыпаются они. Ниндзя-черепашки. Рафаэль, Донателло, Микеланджело и, конечно же, Леонардо. Если вдруг вам понадобилось срочно сделать клетку для мелких грызунов, таких как мыши, крысы, хомяки, бурундуки, за одну ночь из подручных средств, значит, вы пришли по адресу. Поехали! Спать пора. Уснул бычок. Лег в кроватку на бочок. Но уснул не только бычок, но и мышата. Лелик и Болик. Завтра у них очень серьезный ответственный день. Им предстоит сниматься в кино. Фильм исторический. И клетка должна отвечать всем стандартам 18-19 веков. Итак, что нам сегодня понадобится? В первую очередь это, конечно же, клей. Вот такие вот штуковины. Мини-мольберты. И... дощечки для резки овощей. И совершенно ничего не получится без проволоки. Я все обыскал, и найти проволоку мне удалось только... угадайте где. Долгие годы эта тележка помогала покупателям перевозить товары. Потом несколько лет лежала вот в этом пруду. А теперь пришло время послужить российскому кинематографу. Поехали. Теперь нам пора склеить. Склеивать мы будем сегодня дощечки. Идеальный размер. Ломать не строить. Что же сначала, просверлить или приклеить? Попробуем сначала приклеить. Утоплю, ваше благородие. Стой ты, утоплю.
Невооруженным глазом видно, что проволоки нам не хватит. Николай Васильевич, это точно не понравится. Ну, что же делать? Как-то так. Да, давненько кое-кто ничего не читал в прямом эфире. Спасите! Спасите! Удивительный вы человек, Анна Викторовна. С мертвецами разговариваете, а мышонка испужались. Не смейте кому-нибудь рассказать об этом. Всегда все самое интересное остается за кадром. Художник, декоратор Леонид доделал то, что начал я поздней ночью. Вот такая замечательная клетка для нашего Лёлика, для Цезаря, получилась у нас совместными усилиями. Приятного просмотра. Ждем третий сезон.